Кейт Миддлтон превратила своего мужа, принца Вильяма, в альфа-самца. Совсем недавно герцоги кембриджские выступили с новой инициативой. Эксперт по языку тела оценила видео с участием Кейт Миддлтон и принца Вильяма. Самая яркая пара британской королевской семьи запустила свой YouTube-канал. Первое видео на нем было смонтировано из публичных появлений Кейт и Вильяма за несколько лет. 25-секундный ролик показал, как супруги смеются и шутят друг с другом, когда они расположились вместе перед камерой. Видео наглядно показывает взаимные чувства многодетных родителей. Об этом заявила самый авторитетный британский эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Кейт является естественным лидером из них двоих. Они показывали публике свою более игривую сторону. Милые моменты в этом видео могут быть не такими спонтанными, как кажется, но они все же дают нам показательное представление о динамике отношений Вильяма и Кейт друг к другу. Старшему сыну принцессы Дианы потребовалось много времени, чтобы научиться доверять СМИ. «Здесь мы видим, как он расслабляется и счастлив рядом со своей женой», – отметила Джеймс. Кадры начинаются с того, что Вильям дразнит Кейт. Он предупреждает жену, чтобы была осторожна с тем, что говорит теперь, когда они находятся под прицелом камеры. В ответ Кейт кокетливо взглянула на мужа, улыбнулась и заявила, что знает об этом. Раньше были намеки на то, что Вильям, возможно, был немного напыщенным и относился к себе слишком серьезно. Теперь мы видим, как принц с удовольствием расслабляется и ведет себя игриво перед камерой, демонстрируя чувство юмора. Мы также можем видеть Кейт в роли тонкого ведущего и даже тренера. Сидя прямо и уверенно, глядя в камеру, она демонстрирует идеальное сочетание сигналов языка тела, чтобы польстить мужу и повысить его уверенность и доверие к СМИ. Ее поза смиренна, а руки сложены на коленах. Это позволяет Вильяму чувствовать себя более сильным и реагировать, принимая позу альфа-самца с разведением ног и наклоном вперед, цитирует The Sun собеседницу. Эксперт отметила, что герцогиня Кембриджская часто использует активную жестикуляцию, показывая свою эмоциональность. В то же время Вильям подчеркивает свои качества мачо, он вручает верительные грамоты или управляет вертолетом. Джеймс заявила, что монаршая пара перевела свои отношения с общественностью на новый уровень. Через призму крупных планов социальных сетей видно их спокойное отношение к раскрытию своего реального «я». За более формальным королевский имидж Кейт и Вильям создают очень приятные и дружеские отношения с публикой. Их подшучивание и игривая сторона, которую мы раньше могли наблюдать только издалека, теперь проявляется сильнее. Их популярность резко возросла, и такие видео, как это, как правило, делают чувство симпатии и дружбы взаимными, резюмировала Джуди. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.